Подраздел «Проект» (Project) предназначен для управления создаваемым или редактируемым проектом и содержит следующие команды контекстного меню. Project Settings – установки проекта. General – общие. И Scratch Disks – рабочие диски. Link – Unlink Media. Присоединить – отсоединить медиа. Make Offline – перевести в автономный режим. Automate to Sequence – автоматически вставить фильм. Import-Export Batch List – импорт и экспорт списка пакетной оцифровки. Project Manager – менеджер проекта. И Remove Unused – удалить неиспользуемый материал. В разделе меню «Клип» – «Клип» располагаются различные команды для редактирования клипов. Rename – переименовать. Make Subclip – сделать под клип. Edit Subclip – редактировать под клип. Edit Offline – редактировать в автономном режиме. Capture Settings – установки захвата. Insert – вставить. Overlay – наложить. Replace Footage – заменить исходный файл. Replace with Clip – заменить клипом. Enable – активировать. Link – связать. Group – ungroup – группировать, разгруппировать. Synchronize – синхронизировать. Nest – вложить. Multicamera – мультикамерный монтаж. Video Options – параметры видео. Audio Options – параметры аудио. Speed – duration – скорость, продолжительность, и Remove Effects – удалить эффекты.